Здравствуйте, дорогие мои друзья и мои зрители. Сегодня я вам хочу рассказать о увеличительном стекле размере с кредитную карточку. Это даже не стекло, так как оно сделано из пластика. Как всегда, меня выручил мой любимый AliExpress. Заказала я этих пластиковых увеличительных стекол 10 штук, так как они идут упаковкой 10 штук. Цена этих 10 штук составляла менее доллара. По-моему, я брала за 92 цента. Вот в таком мешочке дошла посылка до Казахстана всего за 3 недели. Вот сами эти увеличительные стекла. Давайте посмотрим. Как видно, мне пришло всего 8 увеличительных стекол. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хотя продавец гарантировал выслать 10, так как у него в магазине на сайте в описании написано, что лот составляет 10 штук, но даже и 8 штук все равно я считаю за эту цену вполне достаточная. Спор я даже открывать не буду по этому поводу. Давайте я открою одно из стекол, и мы его внимательно с вами посмотрим, что оно из себя составляет. Вот, как видно, на фоне кошелька стекла пришли в индивидуальных пакетиках, вот в таких. Сейчас мы одну извлечем и посмотрим. Само стекло имеет вот такую вот форму. Это такая, как типа пластиковой карты. Материал пластик, это не стекло. Как видно, оно гнется, но нам нужны его другие свойства. Нам нужно, чтобы оно увеличивало текст. И я эти стекла купила и себе, и маме, и всем своим родным и знакомым в подарок. Так как зачастую мы идем в магазин и не можем прочитать какие-то вот такие, к примеру, совсем уже мелкие надписи. Поэтому давайте сейчас посмотрим, как будет стекло работать. Вот видно, да, надпись. Дорогие мои, я думаю, надпись вполне читаемая, если сравнить с надписью на банке, с размером, и то, что мы можем прочитать через это стекло. С другой стороны баночки. Давайте попробуем перевернем это стекло. Как видно, стеклышко работает. Давайте теперь посмотрим, увеличим текст с газеты. Само объявление. Вот хочу показать, как сделано само стекло. Вот в этой рамочке самого стекла прочерчены такие мелкие круги, они имеют насечку. Вот посмотрите, я их царапаю немножко так, как бы создается такой дополнительный объем. Я думаю, за счет этого объема идет дополнительное увеличение. Такое стеклышко очень удобно хранить в кошельке. Его можно с собой взять и в магазине, достать что-то мелкое, прочитать.
и в банке, когда подписываем какие-то документы, что-то рассмотреть. Вот так вот оно помещается в наш кошелек. Поэтому даже пусть будет за эту цену не 10, а всего 8 наших стеклышек, я вам советую эту покупку. Переходите по моей ссылочке. Может, вам повезет и продавец вам вышлет обещанные 10 стекол. Но, как я сказала, за эту цену это несущественно. Все, с вами я прощаюсь. Всем всего доброго. Ставьте пальчики вверх, если понравилось мое видео. Рада была вам быть полезной. Всем до новых встреч и до свидания.